Сегодня у нас игра «Бегущий в лабиринте». В игре есть возможность выбора персонажа, за которых необходимо будет отдать энное количество очков, либо денег. Также в игре каждый день вам дается бонус. Бонус заключается в том, что вам дают монетки, кристаллы, ну различные предметы в общем. В игре мы управляем персонажем, который бежит по лабиринту, при этом собирая различные предметы, монетки, время, артефакты. Также перед нами различные барьеры, которые нужно перепрыгивать и так далее. Время необходимо собирать для того, чтобы увеличивалось общее время на уровень. Если за общее время не успеем добежать до конца лабиринта, то, соответственно, уровень не пройден. В принципе, вся заключается суть в том, что за это время нам успеть добежать до конца лабиринта. На этом все. Спасибо за внимание.